Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 28 апреля 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Угу. Так что тебе слово, Эдик. Слово нашим спонсорам. Анна вот спрашивает, что будете делать с алкоголь-регулированием? Считаете ли эту структуру необходимой? Я буду сокращать длину вопросов. Всегда, что... когда есть структура, которая регулирует алкоголь, она как бы регулирует сама себя. Да? Ну, как любая регулирующая. Самая зверская структура. Поэтому обратите внимание, когда пытались регулировать алкоголь, что происходило? Нарождалась мафия на этом всегда. И больше геморроя от этого. То есть это саморегулирующаяся система, безусловно. Влиять нужно через культуру, влиять нужно через образование, через работу нужно влиять, через нормальную. А так, чтобы человеку сказать, брось пить. Причем, если курить-то можно сказать, брось, да, вот даже я знаю, что ты, курильщик-экстремист. Экстремистский. Вот я был курильщиком, я не был экстремистом. А ты такой внутренний экстремист, когда тебе говорят, что курить нельзя, ты очень сильно возбухаешь. А это не в курении только. Да когда мне вообще что-то говорят, что нельзя. Понимаю, Эдик. Я вот когда курил, я понимал, что курить нельзя. Но дело не в курении. Я говорю, что если запретить курить, самосад не каждый будет выращивать, да, и тем более его нельзя только вырастить, чтобы продать на всех, на всех, чтобы хватило. Может что-то ввозить контрабандой, все равно это ограничение, безусловно, приведет к снижению. А вот с алкоголем совсем другая ситуация. С алкоголем снижения никакого, зато трупов больше. Потому что люди начинают палитуру пить, денатурат, все, что горит, они пьют. И мне, кстати, сегодня приснился метиловый спирт, не знаю почему, сейчас рассказываю, вдруг вспомнил, банк с метиловым спиртом. Я людям говорю, не пейте этот метиловый спирт, они меня не слушают, у меня жуткое состояние, внутренняя уверенность, что они умрут, если выпьют, понимаешь, и ничего сделать не могу. Странный сон такой. Не умерли? Так я не проснулся, откуда я знаю. Так ты проснулся, они, может, там бухают. Может быть. Уж перемерли, ложись спать срочно. Я буду сокращать вопрос, просто длинно задают, я самую суть. Вот Сергей Данченко, Геленджик, спрашивает, Вячеслав, если вы в курсе, как Квачков оценивает захват Крыма? Он написал, если в курсе, поэтому... Мы не в курсе, конечно. У нас нет связи с Квачковым. Да, просто с Квачковым нет связи, тем более, что нужно понимать, когда вы спрашиваете о мнении человека, находящегося в тюрьме, лучше всего об этом сказал Миша Лысенко, да, когда его через адвоката спросили об одном деле, он сказал, вы у Мальцева спросите, он на свободе, и мозги у него нормально работают, я знаю как, а я в тюрьме, они у меня уже совсем по-другому работают. Вот это нужно. У него одно дело в уме, Да, то есть человек в здравом уме, в твердой памяти, но он в тюрьме, здесь совсем другая картина, абсолютно конечно. Другая. Даже вот мы в Саратове сидим, в саратовской тюрьме, в нашей РФ, и у нас другая картина, чем у всего мира. Вот ватники вам доказывают это, что единицы видят общую картину. Некоторым, как мы, помнишь, вот в прошлом году, когда ты меня спросил, что нужно, чтобы вот исправилось все, я сказал, что некоторым... могут некоторые предвидеть и нарисовать картину будущего, такого совершенно понятного. Другим нужно попробовать, а третьим и жизни не хватит. Вот на этот счет вчера подошел, мы с сыном гуляли по проспекту, подошел Андрей некий, я его до этого не знал, показал фотографии, как он защищал Севастополь. В прошлом году отправился туда, ура, Крым наш. Угу. Вот ему сейчас очень стыдно. Он извиняется, он говорит, это полный атас, что он лично натворил. И понимает, что многие, кто с ним был, думают так же. Говорит, но некоторые не признаются, потому что им стыдно. Потому что они уже встали на эти рельсы. И, в общем-то, он достаточно здраво рассуждает. Но таких людей, которые...
смогли, так сказать, вернуться с этих рельсов, их единицы, их, когда особенно некоторые украинцы начинают их обвинять, их не в чем обвинять. Я вам точно говорю, их не в чем обвинять. Их, это золотой фонд, люди, которые сами своей башкой дошли. То есть он туда нырнул, он посмотрел, и теперь, как по его словам, он убежденный бендеровец, он мне сказал. Ну, так в жизни бывает всегда. Вот вопрос. Ну, это вчера мы обсуждали эту тему, мы просто вчера не читали. Олег из Приморья спросил. Бастрыкин начал спорить с Кадыровым, ждем третью чеченскую. Ну, просто вчера много этому посвятили. Я думаю, сегодня еще вернемся, да, посвятим, по ходу. Так что переносим дальше. Так, спасибо вам за ваши новости, а то мозг просто взрывается от бесовщины. Скорее бы вы пришли. Камагрядиши, да? Камагрядиши, да. Благодарю за эфир. ОСАГО поднялось 2 раза, теперь еще и обязательное страхование имущества вводят. Ну, скорее не вопрос, а крик души, да. Ну, не, ну сейчас, понятно. Мы же говорили, Путин обещал, что да, налогов не будет, поэтому будут сборы, пошлины, мы об этом говорили. Это понятно, что это их стратегия. Это даже не тактика, это именно стратегия вырвать как можно больше бабок. То есть откуда угодно, под любым предлогом, благовидным или полублаговидным предлогом, это уже не имеет значения. Главное — вырвать денег. Сергей пишет, смотрю вас уже почти год, сам работаю на телевидении, и как профессионал посоветовал бы вам сменить фон. Ну, тут на самом деле длинное письмо, там он подробно расписывает и помощь предлагает в том, ну, как вот это в оформлении. Но, Сергей, мы как бы тоже давно хотели сменить не только, ну, как бы и декорации и все, но, к сожалению, нас тоже коснулась кризиса, волна, так что у нас нет возможности. Да, мы... Много чего сделать. Но мы что-то, хотели что-то, да, сделать что-то канал. Для того, чтобы сделать канал, нужны какие-то финансы, да, серьезные. Вот, ну, отдельный разговор, да, не, то, что нам... Особо сильно никто не бросился помогать, то есть все слухи про помогающий Госдеп, они так и остаются слухами, и, конечно, нам в последнюю очередь будут помогать еврейские олигархи или американский Госдеп. Ну, да, вот... Зрители нам помогают, но, так сказать, мы понимаем, что и у зрителей кризис, и у нас кризис. Конечно. Так что все в одном, так сказать, болоте. Ну вот, собственно, все на сегодня, наверное. Угу. Спасибо всем, кто... Непростые минуты роковые, да? Да, тут вот с Самары видеоролик, он 28 числа его... повесили, этот вот мост обвалился. Я выдернул картинку, но да, она такая мутноватая. Толпа, ну вот видно вдоль, так скажем, почти осевой, обвалилось все. И чуть машина туда вниз не уехала, ее потом толпой всей выкатывали. Ну это вот такие будни, будни Поволжья, так назовем, да? Угу. Давай, новости. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за взрывов на полигоне. Да, там взорвалась какая-то... Они еще горят? Ну, что-то там взрывалось, горело, но сейчас вроде бы, как сказали, прекратилось. И вот дорога, которая на Таганрог, ее открыли. И те люди, которые эвакуировались, они потихоньку возвращаются. Там 4 населенных пункта, значит... Ну, ситуация такая, вот нам тут написал, сейчас я хрюн написал, в сентябре ты предсказал, что это произойдет. Ну, безусловно, тогда, помнишь, мы говорили, ты спрашивал, что будет. Uh-huh. Я говорю, ну, в результате тренировок с самолетами кто-то гикнется, ну, и действительно, гикнулся не кто-то, аж 3 самолета. Ну, имелось в виду, что какие-то... старые, так скажем, не очень отремонтированные самолеты. Ну и вообще в результате таких действий, когда шобла бегает туда-сюда, там, сюда лети, здесь бомби, там что-то надо тренироваться, мускулатуру показывать, происходят страшные действия. Кроме всего прочего, есть склады хранения
такие временные, с которых что-то перемещают куда-то. Ну вот в частности в ДНР и ЛНР. Мы говорили, что такой склад непременно, когда, ну, не сразу, мы сказали, а через время взорвется, когда, ну, нужно будет что-то списывать. Ну, он по-любому, он или случайно взорвется, потому что бардак. Он или нарочно взорвется, потому что тот солдат должен покурить, потому что там все украли. Ну и так далее. То есть, ну, это та воронья слободка, которая должна загореться со всех сторон. Вот это произошло. То есть вначале какая-то установка взорвалась, а от установки взорвалось уже все на свете. Ну, я верю, что взорвалась установка, но как-то, что все на свете, от установки взорвалось, потом склады хранения, я что-то не верю. Просто, может быть, кто-то воспринял это как хороший повод, скажет, ну, установка взорвалась под эту муху, и склады могут взорваться ведь, да? Да, тут что-то мне напомнил, как один товарищ сказал, говорит, сначала ему оторвало ногу, а потом все остальное. Ну, да, да. Но здесь вот в данном случае двоих контузило, одному оторвало палец. Ну, слава богу, что... Да, ну, слава богу, хоть так, да. В подмосковных Химках в районе Сходни произошел пожар, горят склады. Чего там? Ну, там склады? Вообще непонятно, там какая-то резина горит. Ну, понятно одно, что сейчас в Москве и в Питере, конечно, стоит ожидать очень больших пожаров, серьезных именно. С точки зрения метафизики? Да, ожидать. И с точки зрения метафизики, и с точки зрения путинщины. Ты же сам понимаешь, что одно дело это метафизика, здесь можно сидеть и гадать на кофейной гуще, а другое дело это чистая жизнь такая. Я практик, понимаешь, я рассуждаю с точки зрения практики. При таком бардаке то, что все не сгорело, это промысел Божий. Это то, что еще Боженька не отвернулся от России. Тут все должно уже сгореть при таком бардаке, ты понимаешь? Ну, поэтому самые муравейники – это Москва и Питер. Ну, то есть ответ очевиден, где должно случиться что-то очень серьезное. В самых больших муравейниках. Тут, в общем-то, не надо быть Вангой. Вот под Чернобылем в зоне отчуждения горит лес, это уже в Украине. Да, Аваков вот заявил, что ситуация с пожарами обострилась, и говорят, что от окурка, ну, 15 очагов возгорания, причем 3 крупных от окурка, как Станиславский говорил, не верю. Причем это вот Чернобыль, так скажем, отпраздновали, или как это, отметили, чтобы праздновать, конечно. Отметили, вот, ну, кто-то отпраздновал, конечно, вот. И видишь, там все загорелось. Наводит на определенные мысли, что это может, конечно, быть и поджог. Чем страшен горящий лес в Чернобыле? Ну, тем, что некоторые радиоактивные материалы имеют период полураспада 1800 лет, мы знаем об этом. То есть, естественно, пепел, все это поднимается в атмосферу, поэтому... Конечно, властям бы Украины было бы неплохо дождиком это все полить. Вот. Не так... А как это польешь? Это же не... Как сказать? Мы облака научились разгонять. Нет, зачем? А как разгонять? В облака выливают йодистое серебро в облако, оно и выливается. Это не разгоняют облака, это на подступах выливают дождь. А, понятно. Да, и все, понимаешь? Или углекислоту эту, или азот этот жидкий там запускают. Там, ну, люди специалисты, я же не специалист, не знаю. Я просто знаю, что методов кучу уже придумали, как это сделать. И они, ну, мы выясняли, они достаточно безопасны с точки зрения экологии. Ну, по крайней мере, они гораздо безопаснее, чем если эта вся эта фигня поднимется. Так, ну и чтобы завершить тему с пожарами, в Средиземном море загорелся паром со 170 пассажирами на борту. Да, то есть горит не только в России, вот парадоксальная ситуация, горит по всему миру. Вот сейчас паром отгорит, говорят, что может затонуть. Кто-то пишет, знамя Победы пролетело мимо МКС, но там же еще и ленточки, я не знаю, как они без ленточек будут, ну, да, на 9 мая. Знамя Победы в корабле «Прогресс», вот, ну, это копия, конечно, Знамя Победы. Так, ну, надо все-таки про новость сказать. Да. Значит, корабль МКС сегодня... Корабль «Прогресс», да, пролетел, да, мимо МКС. Мимо МКС. Да, он в 10 часов утра стартовал, там в 10 с чем-то.
Ну и так все радовались, салютовали по этому поводу, что он повез знамя победы. Сейчас там... Или и георгиевские ленты. Да, они да. Очень подчеркивали, что вот там питание, еще что-то. И очень нужны им там, видимо, были георгиевские ленты. Да, вот именно эти банты там нужны были. И он пролетел мимо. Я так понимаю, что он заблудился, а сейчас вращается очень сильно. Телеметрию отправить он не может уже, потому что он до 5 часов, что ли, только мог отправить. Но была с ним связь, а сейчас до завтра, наверное, связь утрачена. Поэтому специалисты говорят, вероятность очень небольшая, что... Что они его поймают? Или наоборот, что убежит? Нет, очень небольшая, что восстановит с ним связь. Но это спецы говорят, я не знаю, как будет, тут трудно сказать. Но я сразу же, ты знаешь, как вот сказали про прогресс, я сразу же вспомнил твой рассказ про мужика с разъемом из золота, который вчера только... Вот у нас парадоксальная вообще передача. Как только что-то мы скажем, да, на следующий день оно и происходит. Вот я убежден, что это тот светлый или темный образ того мужика с отрезанным золотым разъемом. Понимаешь, вот он где-то что-то там чикнул в этом прогрессе, и все, и теперь он никак не может стабилизироваться. Кроме всего прочего, там специалисты называли, что проблема в системе, там в этой, которой, эти как, господи, панели солнечные, они называются, знаешь как, Курск. Вот в них уже один раз была проблема, они один раз уже не открывались. И снова говорят, там возможно какая-то проблема. Но это вот, я не знаю, я бы с их точки зрения, вот, подходя к таким вопросам, ничего бы не стал называть Курском. Как угодно можно назвать, очень много названий. Как вы яхту назовете. Да, поэтому как-то вот так вот все получается. Но тут нас еще интересует, многие средства массовой информации поднимают вопрос об отставке Дмитрия Рогозина по этому поводу. Нас политическая составляющая интересует, потому что действительно неудача за неудачей, плюс восточные, плюс эти какие-то полеты на Шпицберген, непонятно. Но это, кстати, в плюс ему сработало. Не, понимаешь, вот Рогозин хороший, да, твое мнение пиарщик, какой, с точки зрения пиара. Он молодец. С точки зрения организации, я вижу, что он не может организовать ничего в путинском бардаке. Ну, не знаю, вообще возможно, чтобы кто-то мог бы организовать. И когда говорили, что вот Рогозин будущий претендент на пост президента, ну, я смеялся, потому что я знаю лично Рогозина и знаю лично Володина. Вот если бы Вячеслав это все организовывал, там все было бы нормально. Понимаешь? Причем все летало бы, все работало бы. Не знаю как, не знаю почему. Потому что там была бы чистая бюрократия. Причем сидели бы одни идиоты. Вот куда бы ты ни плюнь, там сидел бы полный дурак. Вот на любом месте. Ну, кроме тех, которые конструировали. И все. И все бы работало при этом. Это вот уникально, конечно. Ну, Рогозин, он, видишь, может пиаром заниматься, а организовать ничего не может. Но на самом деле на Рогозина нечего тут пенять. Эта система называется путинщина. В ней трудно работать. В ней нужно, я не знаю, каким вывороченным быть мехом там внутрь, да, чтобы работать вот в путинщине, в этой системе. Эффективно. Да, эффективно. Не шуршите микрофоном. Не шуршите золотые разъемы. Нет, ну ты когда трогаешь, я шуршу. Нет, ну трогай, понятно. Так. Может, это я шуршу? Да, если вот тут еще рассказали сразу же, это обычная картина, как только какая-то неудача, сразу рассказывают о новых планах. И вот союзы заменят некие фениксы. То есть они думают, что как те птицы будут сгорать, а потом из пепла возрождаться. И вот самое смешное, что техническое задание на разработку этих фениксов в течение 16-17 года создадут. То есть техническое задание на разработку. Ты же понимаешь, что такое техническое задание? Даже не проект. Ну, да, это техническое, что вот эта штука должна быть вот такой, вот такой. Потом год 4 будут делать проект. Потом, а потом все, наверное. Потом она уже потом, не нужна. Как у Пелевина.
потом наступает смерть. Андрей Кураев. Вот Вячеслав, 8 мая в Керчи планируют факельное шествие, как этот же фашистский Замашкин. Ну, а здесь вы кого видите? По всей России идет, правда, не факельное, а фекальное шествие. Ну, факельное шествие, это же не только фашисты, да. Это же огнепоклонники, зороастрийцы. Ну, вообще, как бы, игры с огнем, это обычное. Древние обычаи, да. Человека, как он только спустился с дерева, да? Угу. Вот Андрей Кураев в своем ЖЖ написал, что о Путине, что Путин сказал о Крыме, Россия пойдет до конца, защищая свои интересы. Ну вот, в общем, собственно, СМИ обсуждают ядерный конец человечества. Ну, Кураев молодец. Вот он, видишь, как он сказал тоже о ядерном конце человечества благодаря Путину. Обрати внимание, год назад надо мной смеялись, когда я говорил о том, что Путин нас всех отправит в ядерный ад. И никто ничего не делал. Теперь уже никто не смеется, и опять никто ничего не делает. Вообще никто и ничего. Это удивительно. А? Ну ладно бы, вот год назад они никто там не понимали. Ну, я имею в виду там, может быть, в Штатах, где-то еще там, в каких-то местах там. Может быть, в офисе английского премьер-министра или прям во дворце королевы. Ну, может, не понимали. Но сейчас-то они все понимают. Вот если что-то Кураев им в конце концов объяснил, он умный. Они должны понимать, что да, это возможно. Что им отсюда, из России говорят, это возможно. Они не верят. Причем вот удивительно, печатают статьи, вот тут сокурсник Путина рассказал о том, что вот вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет. Вот какой-то Юрий Швец рассказывал о том, что Путин совершенное ничтожество, но мы и без него это знаем. Рассказывал о том, что после института Андропова его отправили назад в ленинградское КГБ работать. Ну, это как после школы сержантского состава вышел в звание рядовой. Приблизительно то же самое. То есть показывает уровень человека. И я с ним абсолютно согласен, с этим Швецом. Но вывод-то он неправильный делает. Он говорит, это дебил, поэтому он не может взорвать. Вот как раз поэтому он и может все взорвать. Вот дебил, если у него есть лазерная указка, мы вчера об этом говорили, он стреляет в самолетик, чтобы сбить лазерную указку. Если у него бук есть, он стреляет буком. Если у него есть ядерная кнопка, он может ее нажать. Именно потому, что он дебил. Военная команда Финляндии заявила об обнаружении неизвестного подводного объекта в водах у Хельсинки. Опять? Да, но это либо очередная провокация. Здесь два варианта. Либо вот те неопознанные подводные объекты, которые будоражат Норвегию, Швецию, мы говорили о них, Финляндию. То есть это целая эпопея, это происходит уже давным-давно. Таких объектов, и они имеют огромные размеры, они имеют колоссальную скорость. Там, они визуально бывают, когда видны, когда поднимаются на поверхность. Мало того, еще вон в Латинской Америке, в Аргентине, да, там вообще всплыла такая штука и улетела на глазах у людей. Это совершенно как бы исторические факты. Поэтому тут что можно сказать? Тут я говорю два варианта. Либо это провокация какая-то. Но мы об этом, кстати, скоро узнаем, потому что люди, которые на флоте служат, они переписываются с нами. Поэтому мы всегда знаем, где какие лодки. То есть, если какая-то лодка ушла, где-то она ныряет, мы об этом узнаем. Но навряд ли. Скорее всего, это вот такой объект. Причем в российских СМИ написали, что они там бомбили глубинными бомбами финны. Никакими глубинными бомбами они не бомбили, они за борт кидали гранаты, чтобы спугнуть. Вот. Ну, финны люди добрые по жизни. Чем, зачем им геморрой? Представляешь, хлопнешь эту глубинную бомбу, еще кого-то там накроешь. Мало того, там глубинную бомбу хлопнешь, всплывет куча рыбы, какой-нибудь еще краснокнижный, прибегут какие-то экологи, которые страшнее любой подводной лодки, растерзают вообще в хлам всех этих финских военных. Они и так там не знают, как
в общем-то, себя чувствуют. Поэтому нафиг это никому не нужно. Они вот гранаты покидали за борт и таким образом, значит, напугали. Сергей Лавров назвал причины отказа политиков приехать на 9 мая в Москву. Вот тут написали, что вы знаете о квакерах. Да никто о них ничего не знает, об этих самых квакерах, если вы имеете в виду те штуки, которые рассматривались как радиобуи, активные радиобуи, которые вблизи подводных лодок находились, начали там, в 70-е годы. Многие командиры подводных лодок мне рассказывали про эти штуки. Никто не знает, что это такое. То есть похоже на каких-то дронов, но понятно, что никто не сможет это сделать. Какие-то биологические субстанции, а может быть и роботы, фиг ее знает, что это такое. Какие-то существа, так их назовем. Но Сергей Лавров. Да, назвал... да, я знаю, мы что говорили. Лавров называл цифру 30, помнишь? Когда я сказал, что это очень смешно, надо мной тоже все смеялись, сказали, да нет. Никто не смеялся. В этой студии писали, над тобой не смеялся. Писали, как неправда. Я говорю, в этой студии над тобой никто этой не студии, смеялся. Да, 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 ну в этой студии, да. Ну и, в общем, это там в этот, да, в Твиттере, наверное. Похоже, да, похоже, что 30... Он говорит, что они испугались, вот. Да, он говорит, кого они испугались, ну и не больно надо. А ты понимаешь, когда так разговаривают, то есть, похоже, все его люди лавровские, которые были заняты тем, чтобы собрать негров по всему миру, не набирают тридцатки. Ну, никак не набирают, понимаешь? Не получается. То есть, да, президент. Государство ограниченное количество, их надо больше сделать, чтобы набрать. Не получается, блядь. Забавно. У них тоже, наверное, там план есть, да? Да, причем он заявил, что там у Токио нет другого выбора, как пропустить это мероприятие. Может подумать, что если бы на Токио там никто не давил, представь, вот нет США, Йеллоустоун снес, премьер Токио приехал бы на это торжество, что ли? Он что, кукукнул, что ли? Да ни в жизни бы он не приехал. Не, ну они больные, что ли? Как-никак они проиграли. Даже не в этом дело, как-никак спорная территория, договора. Не подписаны до сих пор ни одного договора. И надо помнить, что... То есть формально в состоянии войны находится еще Япония с Россией. Да, и надо помнить, что вероломно напал-то на них как раз Советский Союз. Да, да, потому что был договор от апреля 41-го года. Ни разу не нарушенный Японией. Да, Япония не нарушена. Глава Дагестана поддержал Кадырова в конфликте с силовиками. А Кадыров еще раз сказал, что это... Что, что вы тут обсуждаете наши конфликты с силовиками? Ну, ты слышал его эту? Ну, он наехал на всех, говорит, эти, на всяких, как раз, ну, в нашу сторону кирпич, да? На всяких так называемых политологов, которые там сидят и в телевизор смотрят и обсуждают эти проблемы, а там типа не суйте свой нос и все дела. Но он характерную штуку сказал, я думал, он нас слушал. Он говорит, для того, чтобы быть политологом, там типа сейчас достаточно побрить голову и что-то там нести, короче. Я вот все думаю, кого он конкретно имел в виду? Он же конкретен, да? Да, он конкретно, но не абстрактное мышление, слабо развито. Кто у нас лысый-то? Не знаю. Политолог, я не знаю. Ну вот Гонопольский вроде лысый, да? Караганов. Ну, Караганов, он-то, его никто не трогает, и он там сидит себе втихаря, да, разведчик. Да. Вот, если кто-то придет вам лысый на ум из таких, из известных, скажите, ну, по-моему, Гонопольский. Наверное. Да, ну, я представляю, что вот сам разговор Абдулатипов же, ни в коем случае, мы хорошо знаем Абдулатипова, он был сенатором от Саратовской области, и знаем, что он никуда в жизни не полезет сам, никуда и никогда. То есть предварительно был разговор с человеком из Кремля, который сказал ему там слова определенные. Так получается, что вот он, ну как бы вот по факту создаются две группировки. Кто-то действует против силовиков оттуда из Москвы, если конечно, ты говоришь, конечно. Это же против силовиков. Нет, просто их стравливают. Зачем против? Их просто лбами стравливают. Я уверен, что Абдулатипову позвонили, сказали привет, там туда-сюда. Я даже вот этот разговор в ушах слышу. Чего ж там брата твоего обижают, а ты молчишь, раз так можно?
и так далее. Ну и так намеки ему, и все, он сразу вылез и начал тут брата да, как-то защищать. Обычно же он не выступал. Конечно, ну он очень зависимый человек. Его конкретно поставил один человек, и этот один человек, он ему и руководит. Понимаешь? Он ему и сказал это сделать. Министерство юстиции России аннулировало регистрацию оппозиционной партии «Прогресс», которую создал Навальный. Ну, это как бы это объяснимо и ожидаемо. Хотя вот опять анализы не те, да, как у Райкина. Ну, что чуть такое. Вот по большому счету, что они ну, привязались к этой партии технически, да. Вот, ну, пойдут они от Парнаса. Зачем же ломиться-то в открытую дверь? Все равно они не смогут от двух партий пойти, от десяти, они пойдут от одной. Нафига вот это делать, я не понимаю. Или просто их загоняют, как тех слонов, мат-мат-мат, да, загоняют, чтобы они именно от Парнаса все шли. Ну тут нужно еще подумать. Не, ну там чисто технически действительно так получилось, ведь в регионах никто не хотел регистрировать, мы же знаем, да, и тут вот ребята наталкивались. Кому-то прошло, у кого-то не прошло. То есть заранее, ну просто уже еще с тех времен. Кургинян, я еще ни разу не слышал, чтобы Кургинян что-то сказал о Кадырове. Да нет, вообще, он, наверное... они друзья, я думаю, ну по, так сказать, по установкам своим личным. Нет, конечно, не Кургинян. Русский народный собор. Не понял. Всемирный русский народный собор. Ну да. Приравнял оскорбление РПЦ к русофобии. А есть такой русский собор? Конечно, но это то, что у правды, а вот тот он только. Вот ты говорил о том, да. Что нам нужен русский народный собор. Конечно. Я и этот орган и имел в виду, только не из этих людей. Понимаешь? А только не сейчас? Из этих людей, потому что это понятно, кого туда напихали. Но это как общественная палата при президенте, да? Нет, это структура, которая занимается выборами патриарха и так далее. Это очень серьезная организация с точки зрения РПЦ. И вот она приравняла оскорбление РПЦ к русофобии. То есть представь себе, это приватизация понятия русский. Угу. То есть русские есть у нас атеисты. У нас есть русские староверы, старообрядцы, так их назовем, потому что они так ну, себя, ну сами они себя староверы называют. И язычники, которые тоже называют себя староверами, их достаточно много. И таким образом это вызов, то есть вот мы определяем, кто русский, кто не русский, да, как я здесь определяю, кто еврей, кто не еврей, это что такое вообще происходит? До чего докатились-то? То есть пытаются русскую нацию разорвать изнутри. То есть тех, кто не верует, тех, кто верует во что-то другое, надо разорвать, растерзать. Жуткое совершенно. На самом деле православная церковь должна быть связующим звеном, тем, что завязывает все. Она пытается все разрушить. О чем это говорит? О том, что там, наверное, засели люди, желающие русскому народу не добра, не счастья, не процветания. Надежду Савченко перевели из тюремной больницы в городскую. Да, но я думаю, это следствие договоренностей, потому что понятно, что Савченко жесткая такая дама, очень жесткая, конечно. Ну да, они ей, как ты говорил, наверное, раньше пообещали. Да, обманули. Кинули. Она начала опять голодать. Наверное, врачики сказали, слушайте, она у вас помрет. В их планы это, конечно, не входит. Тем более там, я думаю, принимают решение какие-то люди среднего звена, которые говорят, нафиг нам это нужно. Ну, они да. Понимают, что она вообще не при делах. Они стрелочниками окажутся при Путине. И, кстати, надо предупредить этих людей. Конечно. Они точно окажутся стрелочниками. Точно. Поэтому... И с той, и с другой стороны причем, да, условно. Да, я думаю, что они, конечно, все поняли. И вот сейчас ее пытаются таким образом ну, создать ей более-менее приемлемые условия. Для того, чтобы она не продолжала такую жесткую, ну, так сказать, позицию, такую, сошла с этих жестких позиций, прекратила голодовку и так далее. Это не разводка.
То есть Путину и всем остальным пофигу. Если кто-то думает, что это ее пытаются там развести, ее не пытаются развести. Ее пытаются люди спасти, чтобы спасти самих себя. Они понимают, что жизнь длинная, Путин сдохнет скоро, и потом им предъявят. Нафиг им это надо? Рошен сообщает об аресте имущества липецкой фабрики своей на 2 миллиарда рублей. Да, там уголовное дело, потому что там что-то они смаркетанили. Пару недель назад поднимался уже вопрос об этом, мы говорили. Ну да, да, да. То есть там якобы какие-то в налоговую документы какие-то левые представили. Да, и так далее, что какие-то 181 миллион рублей они сэкономили на налогах там и так далее. Ну, ты знаешь, странная ситуация. Но там есть ответственные люди, кто подает документы. Причем здесь арест фабрики, которая принадлежит акционерам. С точки зрения, вот, так скажем, ущерба. Ну вот есть у вас люди, которые вам причинили ущерб. Разбирайтесь с ним, с какой стати. Там сидят вообще, на Украине люди сидят, а они должны нести ответственность за действия кого-то там где-то. Ну, еще очередное дело ЮКС, очередные миллиарды через ГАКС. Конечно. Это все на нас с вами, на бюджет. Абсолютно, я про это говорю. Кстати, Навальный-то выиграл же с этим, с Яшин с Навальным, или кто там выиграл, да? Теперь им там выплатят за неправедный суд что-то там по 46 тысяч. Mm-hmm. Ну, это еще по болотному, ну, да, там этому делу. Ну, как сказать, из наших денег. Ну да, тут вот пишут Путин. Бледная моль. Да, я помню, когда Единая Россия там начала свои съезды проводить, написал статейку, которую назвал «Триумф моли», имея в виду, ну, Лени Рифеншталь, ну, да, написала «Триумф воли», а я обыграл, назвал «Триумф моли». Один КГБшник меня спрашивает, старый уже, откуда ты знаешь, что Путина молью кликали? А я говорю, я не знаю, я просто написал. Он говорит, ты смотри, как угадал. А он говорит, когда еще даже председателем КГБ был, говорит, его по старой памяти молью кликали. Вот интересный заголовок. ДНР обвинила Украину в желании отделиться. Пишет лысый, это Познер. Может быть. Да, ну там как-то идет речь о побрить голову, я не знаю. А, ну не знаю. Он всегда, по-моему, был лысый или нет? Ну да. Вот. Ну, мы говорили о том, что странная ситуация. На самом деле, вот внутренне ни Порошенко, никому из этой власти, ни ДНР, ни ЛНР не нужны. То есть с точки зрения патриотизма они не могут сказать, пошли они нафиг, да? Ну, да. А с точки зрения рационализма они должны выстроить стену такую, там не хуже, чем Великая Китайская стена. То есть мы говорили, что естественный путь — это укрепление границ. И если они не хотят, чтобы зараза распространялась на Украину, необходимо жестко укреплять границы. Вот они стали укреплять границы, а тут всякие товарищи из ДНР кричат, что это вот так они нечестно. Таким образом отделяются. Они защищаются, безусловно. Им не хочется, чтобы это все проникало, чтобы продолжался вот этот бенефис путинский там. Как мне понравилось, я ватника одного встретил на проспекте. Я ему год назад объяснял, что будет в ДНР и в ЛНР. Вот четко все. Мы тогда разругались в пух и прах. Сейчас встречаю, он мне говорит, вот представляешь, Путин-то как предал. Вот тогда и начинает какую-то шнягу нести, что должна была быть какая-то пресс-конференция о том, что должны войти войска в ДНР, в ЛНР. Я говорю, что ты несешь вообще? То есть они вначале объясняли, как будет хорошо. Хотя совершенно очевидно было, что будет полный геморрой. Потом они стали объяснять вот сейчас, почему хорошо не случилось. То есть искать виноватых. Оно должно было быть. Они не понимают, идиоты конченые, что вот они называют себя патриотами. Да? Можно представить, что вот что такое патриотизм? Ну, желание что-то хорошего для своего народа. Ну, вот с какой точки зрения можно рассмотреть, что тот, кто желает отправить в рай весь русский народ, является патриотом. Давай взорвем весь ядерный боекомплект здесь и всех отправим в рай.
И классно, мы патриоты. Но, наверное, это не так, да? Тот, кто ставит задачу невыполнимую, говорит, давайте перепрыгнем через эту пропасть вот туда, на ту сторону. Там классно, там вообще халявная еда, там, я не знаю, как в раю мусульман, девственницы, там, что хочешь, да? Мы сейчас вот через пропасть перепрыгнем и туда попадем. И тот, кто подначивает народ прыгать через эту пропасть, он враг. Самый жесткий враг, самый гадкий враг, потому что он либо предатель, либо идиот. Вот тот, с которым я вчера разговаривал, он идиот. Ну, не вчера, вернее, а вот три дня назад. Вчера я с умным человеком разговаривал, который вернулся оттуда, да, как тот полковник Васин. В центре Киева более 2000 магов проведут ритуал за мир и гармонию. Я не думаю, что это от этого будет хуже. Но ты знаешь, меня место потрясло. Они под стенами Михайловского Золотоверхого собора, а там как раз площадь, вот где Софийский собор, вот эта Михайловская площадь. И я, конечно, небольшой специалист в истории Киева, но, может быть, кто-то меня поправит, но я уверен, что тогда, когда еще не было в Киеве христианства, этот холм, конечно, это был какое-то языческое капище, 100%, потому что, ну, прям для этого, он прям вот, ну, такой, как здесь и был, да, вот поэтому, конечно, ну, они, наверное, там поэтому и собрались. Посмотрим. Будет толк. Я думаю, что это такой благовидный момент для того, чтобы Вальпургиеву ночь на Лысой горе провести. Но она, правда, не лысая, конечно, там храмы стоят, но тоже своеобразная такая, как бы... У нас есть лысая, пусть приезжают. Ну да, пусть приезжают. Количество пострадавших от землетрясения в Непале может дойти до 8 миллионов человек. А там вообще сколько народу-то живет? Ну, я даже не помню, там что-то дофига. Надо посмотреть. Погуглите, пожалуйста, сколько в Непале вот кто-нибудь. Я что-то думал, что не так уж много. Не, нормально. Вот ты понимаешь, Количество. Ситуация какая? Вот сейчас специалисты говорят не только не про 8, но уже про 10 говорят, потому что было 70 толчков. Потому что там огромное количество оползней. Тех дронов, которых запускали, они такие показывают, картинки страшные. И туда никто не может долететь. Потому что погодные условия жуткие совершенно. Долететь невозможно. И, соответственно, что... Ну, прикидывают специалисты как? Они берут количество населения, они берут приблизительно какие разрушения... И по дням. Вот столько дней, это сразу столько процентов убыль, столько дней еще больше и так далее. Потому что не оказание помощи, ты сам понимаешь, там на третий день это уже близко к 100% потерь. Я имею в виду среди раненых. Ничего, вот пропало 6 российских альпинистов в Непале. Ну, в смысле, пропали, не выходят на связь. 27,8 миллионов человек. Можете себе представить, на таком пятачке они там проживают, на таких горах огромных. Да, тут вот 6 альпинистов наших пропало, причем сообщают импортные средства массовой информации. Российские сообщили, что все классно, все вышли на связь. А знаешь почему? А потому что посольства там такие же, как и везде. Я не представляю, что сделал Лавров. Вот советский период, ну, может быть, мало туристов было, я не знаю, но как-то все-таки за ними как-то еще следили, да. А сейчас вообще пофигу, чем там занимаются консульство, посольство, я не знаю. То есть, где бы что ни случилось, да там нет. Первое заявление, первое, всегда обрати внимание, там русских нет. Потом, да, ну, там перебило кого-то, ну, фиг с ними. Потом вот мне написал наш постоянный зритель, говоря об опасности землетрясений в России, вы не упомянули район озера Байкал. Вот там так тряхнуло в 57 году. Ну, конечно, самая ближайшая точка, так скажем, вот к Непалу, да, к Тибету, это Саян и Алтай. Конечно, ну, продолжение банкета может ожидаться там, именно на Алтае и в Саян, потому что... Ну, было бы, во всяком случае, неплохо очень как-то подготовиться, попытаться. Да, конечно. Не, ну, тем более, что вот Тывуту постоянно трясет. Вроде там и трясти нечем, а там многие могут
посмотреть фотографии, я тогда ужаснулся. Дома такие прям ложатся. В ТВ почему-то они не разрушаются, а так вот ложатся на бок. Это и Красноярский край, и Иркутская область, там и Хакасия, все вот, что связано с этими горами. И Бурятия. Ну, давайте тогда из Непала в США, да, там происходит волнение крупное в Балтиморе, вызванное опять вопросом расовым, да, опять полицейские белые, опять черные. Ну, там черного привели в отдел, грубо говоря, потом он из отдела попал в больницу, через несколько дней там скончался, причем, ну, там врачи должны установить как причинно-следственную связь. Хотя, наверное, не врачи, все-таки следствие должно установить причину следственной связи, я неправильно сказал. Врачи, они причину смерти могут установить, а это уже, конечно, следствие. Ну, в результате вот там огромное количество погромов, 200 погромщиков схватили, и хорошие кадры там были, что российскую журналистку ограбили в прямом эфире. Ты не видел? У нее вот эти вот кренделя, вот, которые тут средний палец показывали, там выхватили сумку, побежали, но надо отдать должное полиции. Она там кричала безумно, суками ругалась, плакала, я не знаю, что там люди написали, что у нее, наверное, та дурь в сумке, которую все русские журналисты курят, потому что, или там нюхают, потому что, ну так она убивалась из-за этой сумки безумно. И как у Веллера, да, с этим Зориным, у которого сколько у него там отняли? $20, он сказал, что 200. Да, что-то там негр очень сильно обиделся, которого поймали. Вот так и здесь. То есть полиция сработала, моментально отняли эту сумку, этого негритенка схватили. Вот, и как бы очень, очень забавное такое видео, надо его, конечно, посмотреть. Я не знаю, разместили его здесь в России, навряд ли. Вот Дональд Трамп, наш, так сказать, небезызвестный, на которого мы всегда ссылаемся. Помнишь, я как даже фамилию его забыл. Это тот, кто в Чикаго знаменитый небоскреб сделал из бетона, целиком из бетона. Замечательный вот этот Дональд Трамп. Наехал на Барака Обаму очередной раз. Ну, у него как-то он его сильно не любит, Барака Обаму, периодически на него наезжает. Угу. То с Эболой он тогда, если ты помнишь, наехал, когда Барак Обама запретил инфицированных привозить на территорию США, он, Трамп, очень жестко высказал. Сейчас вот по поводу Балтимора, то есть заявил о том, что Барак Обама должен немедленно поднять пятую точку и ехать, значит, в Балтимор там усмирять всех. Ну, не знаю, может, Трамп и прав. Иран задержал в Ормузском проливе сухогруз «Майерск Тигрис», принадлежащий Маршалловым островам. Ну, тут мы даже с тобой, видишь, откомментировать не успели. Тут огромное количество сразу было, что вот Иран, шаткое перемирие с США развалил и так далее. Очень-очень много было крику. Кричали даже дольше, чем они удерживали этот пароход. Они его мгновенно почему-то, иранцы, отпустили. Даже до порта не успели его дотащить. Уже отпустили. Причем у него Маршалловых островов этот флаг, да, и экипаж ни одного гражданина США. Почему он является американским, это вообще... Наоборот, все говорили, что это все вопрос. Американские граждане. Но да, они Маршаловы, и я так понял, что просто они как ассоциированный член, но они же не... Не, ну там официально вот представители США заявили, что там нет граждан США. Ну да, да, и... это наши кричали, что все, да, в общем, американцы. Ну, его уже в любом случае отпустили, и я думаю, что... Иран, они просто, наверное, действительно не туда. Ирану пофигу совершенно этот корабль, и из-за этого ни с кем не захочет ссориться, тем более, что действительно перемирие такое шаткое, что сейчас надо это закреплять. Негритенок Максимка написали. Да, Максимка вырвал сумку, да, это хорошо. Да. Авиакомпания Transair в этом месяце повысила сборы за возврат билетов. Ну, что, таким образом Transair еще
передвинулась в конкурентной вот в этой лестнице на несколько ступенек вниз. Что тут можно сказать? То есть идиотизм. Они думают, что от этого меньше будут сдавать билеты, от этого их будут меньше покупать, а не сдавать. Роснефть подала к Минэнерго иск на 60 миллиардов рублей. Да, ну это обычная картина. То есть мы видим, что сейчас Роснефть со всех сторон пытается выдавить любые деньги из госбюджета любыми путями. То есть юристам, бухгалтерам, экономистам, всем, кто занимается там налогами, возвратами налогов, НДС и всякой фигней, поставлена задача выдирать все всеми правдами и неправдами, мы вас прикроем, и все. Вот это 60 миллиардов хотят с министерства, значит, они получить энергетики, так как вроде бы что-то там неправильно, какие-то таможенные выплаты. Я думаю, там все очень правильно, но команда дана, я думаю, что все будет нормально. Во Владимире Порш Каен врезался в памятный знак героям Великой Отечественной войны. Да, и это... водитель, и его пассажир с места ДТП скрылись. Фотку не поставил это, да? Нет. Ладно, очень-очень такая интересная. Порш Каен торчит вот в памятнике героям войны. Вот труженицы тыла подарили бокал на 9 мая в Нижегородской области. Подарок вызвал недоумение. Ну еще бы такой бокал. Какой-то пивной стакан или что это? Я в таких слабо разбираюсь, но это явно такой вот из барного какого-то реквизита. Какой-то бокал, вот ей подарили труженицы тыла. Жесть, конечно. Ну, то, как ты говорил, то есть у кого-то завалялось на складе, у кого-то из тех, кто имеет отношение к администрации, которые дарят подарки. Ну, кому-то давай подарили спихнем. Лопаты, а здесь вот... Вагон бокалов спихнуть надо, ну, а да. Что делать? Ну, деколь нанести и все, там, 70 лет. Билборд с летчиками Люфтваффе повесили ко Дню Победы в Ивантеевке. Ну да, вот такие на Ю-88 летят три таких гаврика, и написано, они сражались за Родину. Ну, они, а в чем это, как? Они за Родину, конечно, за они, свою. Они но нет сражались за Родину. Мне кажется, очень правильный плакат, очень вовремя. Надо сказать, что немцы же тоже сражались за Родину, ну, грубо говоря. Юнкерс 88. Да, я сразу же вспоминаю один совершенно дикий случай. Да, вот у меня в жизни, я извиняюсь, может быть, отвлекусь. На Акмолинском, я участковым был, на Акмолинском сгорел дом. Ну, граждане его сами сожгли, как выяснилось. Я ходил там, опрашивал, ну, квартирный обход делал в соседних домах. Ну и прихожу к одному кренделю на Брянской, он жил на второй этаж, он напротив, получается, этого дома. А звали его Ванька Фриц. У него кличка была Фриц. Ну, Фриц и Фриц. Я пришел и... Что-то у меня, я так понял, что много на него времени надо тратить, на этого Ваньку Фрица. Вот. И говорю, слушай, там опер к тебе зайдет, там, ты когда будешь дома? Тогда-то. И ушел. А опер у меня, Серега Майер, товарищ мой, не немец, кстати. Ну, вот. И он пошел допросить этого человека, приходит, начинает опрашивать, ну, тот что-то видел, что-то не видел и так далее. И вдруг он видит фотографии Ю-87. И вот этот Ваньк Фриц в шлемофоне, там все перед этим. Он говорит, что, трофейный самолет? Он говорит, нет, не трофейный. Он говорит, а откуда? Да это мой самолет. Он говорит, а как? И он рассказывает, что летал в крыле Эмельман вместе с Гансом Ульрихом Рудлем. Бомбил тут наш мост. Причем он родился на Крекинге. Представляешь, на Крекинге родился, вот рядом с железнодорожным тут мостом. Все, и в 1938 году выехал куда-то в Дрезден.
Ну, он немец, вот этот Вайнг Фриц был немцем. Там обучился на пилота Люфтваффе и во время войны бомбил мост. И вот он летел и своему стрелку рассказывал. Говорит, смотри, вот здесь мы с пацанами рыбу ловили, здесь там то все. И кидал бомбы. А тут его наши зенитчицы бомбанули. И он в районе психбольницы упал, представляешь? Ну, он сразу, конечно, забыл русский язык, говорил только на немецком. Просидел он в лагерях до там 50 какого-то года и получил сообщение, что там родственников у него нет. У него были какие-то родственники, там Дрезден разбомбили, родственников никого не осталось. И он работал на заводе, на Кирово заводе, ну вот там же, и жил вот там же, на этом крекинге, который бомбил, можете представить. И я вот когда увидел вот эту вот фотографию, что они сражались за родину, я почему-то того Ваньку Фрица вспомнил, у меня какой-то вот образ. Вообще тема, конечно, сюжет, знаешь, для Голливуда, для создания голливудского фильма, потому что он такой совершенно абсурдный. Прокуратура первая. Я, извини, я знаешь, как это вот назвал фигню, вот с этими фотографиями, которых тут миллион уже понавешали, вот китайский тут солдат сфотографирован американский танк, китайский солдат, и все нормально. И я назвал это ватханалия. Ватханалия. Причем я посмотрел в Гугле, нет такого слова. То есть вот можно считать, что новое слово появилось. От ватники имеется в виду. Ватханалия. Давай. Прокуратура Пермского края не нашла в действиях художника Александра Жунева, создавшего граффити с распятым Юрием Гагариным, намерения оскорбить чувства верующих. Надо же. Только сейчас, представляешь, они вот проверку проводили, срезали этой болгаркой этого Гагарина распятого, несчастного там, этого художника замучили, но теперь вот 10 дней прошло официально, 10 дней, день в день держали, представляешь, то есть не сразу, что фигня какая, вот, ну там кто-то сидел, нормальный человек, который занимается делами, а не фигней, да, вот он получил, он сказал, вы что, охренели мне, что вы принесли там, и все, и выкинул бы в первый же день. Нет, они 10 дней держали. Фонд Ходорковского сделал собственную версию фильма о Путине. 15 лет скитаний за ослом. Интересно. Не видел? 4 минуты. Очень неплохой вот фильм. 4 минуты это гораздо лучше, чем. Да, очень часа. Неплохой фильм, очень хороший такой скитание. Да, если. Причем, если слепой. 4 минуты я его еще потерплю. Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму, да. Как бы для православных это понятно, а вот скитание за ослом это еще хуже, это еще противнее. Ладно, ты идешь там слепой, тебя ведет и упали в яму, ну неприятно, больно, но это не так противно, как скитаться за ослом. В офисе студии 3Т Никиты Михалкова неизвестные перебили окна. Что ж. 3Т, 3П, лучше бы он назвал, перебили из пневматики. Вполне возможно, что они даже не знали, что там студия Михалкова, но сейчас... Там как, не узнал, там такими, вот такими буквами написано 3Т, ты мимо них не пройдешь. Серьезно, ну я там не был, так что... Не, ну это прям в центре, вон он стоит в Казихинске. Трудно узнать, что это не. Нет, ну может они не знают, что такое 3Т. Ну, в смысле, вполне возможно. Что просто не знали. Коммунисты Татарстана подали обращение в прокуратуру, увидев некорректные сравнения между Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером в опере «Джалиль» Татарского государственного академического театра оперы и балета. Так, а кто у нас? Джалили. А, ну про Джалили Мусу. Ну про Мусу Джалили, конечно, вот само по себе, представляешь, вот я как бы когда прочитал сам, я вздрогнул. То есть надо иметь очень большое мужество, чтобы пойти на оперу Муса Джалили. Это не от плохого отношения к Мусе Джалилю. Я очень хорошо отношусь к нему. И в отличие от многих, кто там рассказывает о своей любви
к Отечеству и так далее, читал, по крайней мере, всю его эту тетрадь, как она там называется, и довоенные стихи, в общем-то, нормально к нему отношусь. Но на оперу, конечно, я, наверное, не пошел бы с таким названием, как, собственно, и мне хватило однажды в жизни, да, когда я пошел на оперу «Повесть о настоящем человеке», да, там, «Мария Жарькур». После этого я ушел. То есть вот до «Жарькур» я дотерпел все. И сразу вспомнил Сталина. Да? Помнишь, когда Крендель, как же его фамилия-то была, подходит к нему и говорит: «Иосиф Виссарионович, как вам понравилась опера, которую вчера смотрели? Я автор, «Хлеб» она называлась». Он говорит: «Не помню». Он говорит: «Ну как, вот вы вчера смотрели опера «Хлеб» там». Он говорит: «Я, когда мне было 16 лет, смотрел «Коварство и любовь», помню, а «Хлеб» не помню». Вот так и здесь, понимаешь? Я не говорю, я не видел, не знаю, может, это гениальное произведение, но удивительно, что уже до всего стали докапываться. Ну, сделал кто-то Джалиль. Ну, ради бога, что до нее докапываться? Там Сталин, Гитлер, какая-то свастика там, ну правильно, если есть Гитлер, значит и свастика должна быть, и все, и уже мозг вообще у людей настолько выворотило, они что-то приходят, да что-то докапываются, то есть творчество вообще скоро станет невозможно в этом государстве. Я так, я говорю, я не против опер, даже вот таких патриотических, потому что, как правило, патриотические, ну, плохие, да? Нет, ну, давай возьмем этот Иван Сусанин. Чем ну, он... это не тот, это как-то вот... Не, ну, она тоже патриотическая опера, что, нет? Патриотическая, в другое время, но это чисто патриотическая. «Жизнь за царя». Тем более, да. Называлась. Уж, да. Куда уж патриотичнее, да. Ну да, наверное, все-таки ты прав. Тут там Хованщина, да, там и все остальное. Тут вопрос в качестве, да. В качестве, да. Наверное, вопрос в авторстве, да. Согласен, согласен, наверное, ты прав. Ну вот, здесь я говорю, что ужас, уже за все стали цепляться. То есть это вот какой-то кумулятивный эффект. Раз, и пошла детонация. Забавно, да. Да. Московский дом книги снял с продажи комикс «Маус» Арта Шпигельмана, в котором он рассказывает историю своего отца-еврея, пережившего Холокост. Да, его тоже этот комикс запретили, потому что там свастика на этом... Да он же старинный вообще. Вот, да. На, как, на обложке свастика. А потом, когда скандал поднялся, потому что евреи сразу же, конечно, подняли скандал, и они в этом отношении молодцы, они сразу встали на дыбы, а там сказали: вы знаете, тема Холокоста — это такая важная тема, что ее нельзя в виде комикса. Кто определил, что можно и нельзя? Кто определил, можно Муса Джалиль оперу или нет? Автор определяет, в какой форме я хочу. Это право автора, форма. Это прежде всего право автора, а не право каких-то уродов, чтобы не сказать по-другому. Ну, нет, они просто тупые, да. Они как-то комикс воспринимают как от слова «комический», да. Они же комиксов не видели. Ну, не я видно, имею в виду, да. Они думают, вот Мурзилка такая, да. Ну, тупые, чего. Ну, сказать? Они не тупые, они выкрутились. Понятно, что первоначально было со свастикой, они его не читали. Они посмотрели свастика, все, убрать. А потом раз, ё-моё, Холокост. Если бы это был Муса Джалиль, пофигу, понимаешь, там прокатит. Тангейзер. Татары, да, татары проглотят. Если это был бы Тангейзер, тоже все проглотят. А здесь нет, здесь Холокост, сразу проблема. И вот они начали как ужи на сковородке. Но они бы фамилию автора посмотрели и не трогали бы ее. Да. В Нью-Йорке скончался Владимир Слепак, один из лидеров диссидентского и правозащитного движения в СССР на 88-м году жизни. Да, его похоронили в Иерусалиме, я так понимаю. И вот, ну, забавная тема. Я... А чем он нам так? А у Слепак очень известный товарищ, который в 70-е годы, ну, до конца 80-х, способствовал вывозу евреев из Советского Союза. И вот представляешь, я говорю, когда
ну, со мной разговаривают антисемиты, я говорю, что вы ему вот таким людям должны золотой памятник поставить из золота. Ни один антисемит не убрал из Советского Союза столько евреев, сколько убрал Слепак, да, понимаете? Потому что многие очень серьезные такие евреи говорят, благодаря ему мы покинули Советский Союз, а так бы мы никогда не уехали из России, представляешь? То есть вот сам он в 87-м, кажется, уехал, ну, как бы с последним пароходом, да, и получается, что если бы ко времени приватизации вот эти люди, которых он вывез, они бы остались здесь, то картина была бы совсем другой, я вас уверяю. Поэтому... Какой-то она другой была бы. Как? Ну, фамилии были бы другие, а еще национальность была бы другая. Нет, национальность была бы, да, только больше было бы это. А там ты видел список олигархов? Да, я имею конечно, в виду допутинский это самое. Там, да. Там и куда уж он другой. Да он и путинский такой же, конечно. Ну, в принципе, и путинский. Не, ну там отдельных бы узбеков и как бы Олег Первых бы не было, там были бы другие ротенберги. Другие ротенберги были бы. Ну, еще про их. Ну, Олег Первый не узбек, это ты имеешь в виду, это Керимов? Нет, Усманов. Усманов, да. Да, Алишер Усманов. Ну, там тоже корни надо смотреть. Ну да, я согласен с тобой. Или не надо смотреть. Иранские СМИ сообщили, что лидер Исламского государства Абу Бакр Аль-Багдади умер в израильской больнице от тяжелых ран, полученных во время авиаударов иракской армии. Да, и тут, знаешь, челюсть отвисает. Я не понимаю. Полная жесть, представляешь? То есть вот мы тогда с тобой в Новый год смеялись, говорили, что вот такая странная мысль, но она как бы по сюжету, именно по сценарию голливудскому, когда было заявлено, что вот этот Аль-Багди, он на самом деле израильский какой-то актер, изображает себя исламиста и так далее, ну, мы... как бы посмеялись, но говорим, но это за рамки сюжета не выходит. Сейчас вот было сообщение о том, что его накрыло. И первая мысль была такая, что может и не накрыло вовсе, а человек просто ну, под эту муху свалил. А сейчас вот иранцы сообщают, что нет, все-таки накрыло, ранило, но лечили его в израильской тюрьме. А дальше непонятна судьба. То есть они говорят, что он там умер, а ряд средств массовой информации говорят, что он там не умер, а тут свалил. Куда-то там. Знаешь? Ну, в общем, пока все непонятно. Пока все непонятно, но ты знаешь, как-то это слишком вокруг много мути вокруг этого. То есть, вот если ты возьмешь каких-то других исламских лидеров, вокруг них этого нет. Да, там есть какие-то заговоры, есть какие-то там связи с президентом США, там, как у этого. Как обычно. А как его? Которого убили-то, господи. На которого 911 вешают. А, Бен Ладен. Да, ну вот, там, что у него там бизнес там с Бушами, там совместный, все такое. Все, что угодно можно говорить, но нельзя сказать, что он не исламист и не из Саудовской Аравии и так далее. То есть у него все, жизненный путь весь известен, но как под микроскопом. А здесь вот какие-то странные ребята стали появляться. Да, такой ниоткуда человек, да? Угу. И никуда, самое главное, понимаешь, это вот когда расследуешь какое-то уголовное дело, если что-то ниоткуда-то появляется и исчезает никуда, то это, знаешь, полная туфта. Вот это всегда нужно понимать. Если нет никакой предыстории и нет никакого продолжения, то это значит, это все сшито белыми нитками. Прокуратура Великобритании готовится выдвинуть обвинение против бывшего советского диссидента Владимира Буковского по подозрению в изготовлении и хранении непристойных фотографий детей. Ну вот это вот интересная, конечно, ситуация. То есть Буковского государство настигло на уже закате жизни, ему 72 или сколько ему года, да? То есть он всю жизнь боролся с государством. Он же на самом деле не с Советским Союзом боролся. Он боролся с любым государством, как,
как таковым, да, вот он за какую-то свободу боролся. И в результате вот он все-таки насадился в Великобритании. А что там с фотографиями? А там совершенно непонятно, он все отрицает, причем он говорит, что он совершенно разумно говорит, что в силу возраста и отсутствия каких-то родственников там он с детьми многие годы не общался, поэтому... Да, вот он говорит, на самом деле у меня не было контактов ни с какими детьми вообще в течение многих лет. Так что, может, что-нибудь с интернета скачал? Сейчас же посмотрим. Да я не думаю. Ты знаешь, я думаю, что здесь английское правосудие, посмотрим, насколько оно зрелое. Я думаю, что вполне возможно какая-то провокация. Очень я думаю, что в отношении Буковского могла быть провокация. Слава, вы не устали от плохих новостей. Я жду одну хорошую, что Путин сдох. И все. Я готов не уставать от плохих новостей, чтобы получить эту. Американский суд отказал выплатить джекпота 90-летней жительнице Иллинойса, которая выиграла свыше 41 миллиона долларов в игровом автомате. Почему отказал? Кидняк, сказали, автомат за что-то там неправильно у нее что-то случилось. Там. А это же не волнует никого. Это вообще никого не должно волновать. Это проблема, это ваш автомат. Представь, вот я играю в автомат, и его заклинило, и он в результате ошибки обыграл меня на 10 тысяч долларов. Мне их вернут? Или на доллар? Ну, это не имеет значения. Да, мне вернут этот доллар, если они получили в результате ошибки. Конечно, никто его не вернет. Так почему же тогда, если в результате ошибки у нее вот бонус в размере 41 миллиона 797 тысяч 550. Ну, я не думаю, что как бы на этом закончится. Да, конечно. Там уже адвокаты, наверное, в очередь стоят за ней, что сказать, мы сейчас их порвем. Не, ну это Верховный суд штата, он вроде как бы высший орган, но я думаю, что... Да, понятно, штат зависит от этого казино, а Верховный суд тот, в котором будет апелляция, скажет... Да, конечно. Ну да, ну интересно, давай. Посмотрим, да, там же будет дальше коллегия Верховного суда, там... Да, но я знаю, что у них были прецеденты такие, что да, ну сбой, но все равно положено, куда деваться. Вячеслав, почему вчерашнего эфира нет? Он есть у нас, почему-то он есть, если его искать через прямые трансляции и завершено. Там люди смотрят, его и видят. Он у нас не выложился вот там, где, ну, обычно, на видео. А почему? Мы не знаем, мы написали письмо. Ну, да, но сбой. Сейчас очень что-то много технических. Тоже какой-то сбой получил. Потому что он там есть, только его не так не достанешь. Откройте прямые трансляции, откройте завершено, и вот вчерашнее будет там трансляция. Но мы уже письмо написали, я надеюсь, может завтра там. Путин сдох, и жизнь наладилась, не верю. Не наладилась, жизнь началась. Поймите, она не наладилась. Как только это произойдет, жизнь начнется. Сейчас все замерло, болото такое, да. Застывшее. Вот как только он сдохнет, так считайте, жизнь началась. И все будет от нас зависеть, какая она будет. Что же, он сдохнет, вы думаете, рай что ли на земле начнется? Конечно, нет. Пенсионерке из Красноярска, устроившей в самолете пьяный дебош, грозит 2 года тюрьмы. Вот видишь, одну бабушку накололи, а другая бабушка тут рок-н-ролл устроила. Ничего она там устроила? Ну, что-то на стюардесс нападал. Ну, обычная картина. Сейчас, видишь, вот я хотел бы остановиться на этом на секунду, сказать только одно. Вот путинцы решили, что наказав вот этого товарища из Саратова, который в Хургаду летел и там нахулиганил, страшно наказав там какие-то 40, объявив ему безумный, обвинив его в попытке захвата воздушного судна, они напугают дебоширов так, что они не будут ничего делать. Если вы посмотрите статистику, то она выросла после этого преступления. После этого преступления выросла, и сейчас даже пенсионеры кидаются в самолете. Значит, это, наверное, не от этого зависит. Значит, нельзя напугать людей, которых здесь довели до белого коленя. Здесь уже они разогреты, они насмотрелись киселевского телевидения. Они видят, что происходит на улице. У людей обостренное всегда чувство справедливости. Даже у самых, казалось бы,
ну, тихих и спокойных, оно внутри зреет. И в конце концов прорывается, как гнойник, бабах, и все. Ну, форма бывает совершенно разная. Вот такая, может быть, у пенсионерки форма. Она выпила, что-то ей там в самолете не дали, она начала бить стюардесс. Понимаешь? В Москве 5 лет не могли найти в квартире тело ее умершего владельца. Ну, это говорит только об одном, что не нужен был, квартира не нужна была. Представляешь, пришли менять дверь, обнаружили в одной из комнат тело владельца. Он там 5 лет лежал. А как же он лежал? А до этого осматривали квартиру. Ну, не, ну как, он мумифицируется всегда и все. Что как-то условия были соответствующие. Очень часто такое бывает. Ну, на самом деле, тут непонятная какая-то ситуация, что они заходили, искали его, не нашли, а потом оказалось, что он в квартире. Может, этого ничего не было? Не знаю. Может, его туда занесли после? Может быть и так, но скорее всего, всем пофигу было. Представляешь, там, я так понимаю, очень много вещей в здоровой квартире, всем по барабану. Квартира в Москве, я не поверю, что всем пофигу. Либо это какие-то совершеннейшие миллиардеры, и у них одна квартира минус. Потому что ты же понимаешь, сразу родственники из Киева бегут пачками. Конечно, сразу. Дядя из Киева сразу же приезжает. Мы это в «Мастера Маргарита» читали. Понимаешь, стоит пустая квартира, ты же понимаешь, если людей убивают, чтобы потом квартиры перепродать, и чтобы вообще любая, это любой квадрат. Ну, странно, мне тоже показалось это очень странная вещь. Ну, вот как... Мы видим, что нафиг никто никому не нужен. Если людям не нужна квартира, то уж пенсионер-то. Я просто подумал, эта квартира не номер 50 случайно была. И не тело ли убиенного этого, как Берлиоза вот, или нет. этого барона. Да, да, барона. Ну да, может быть. Академия наук Ватикана. Есть такая. Да, конечно. Век живи, век учись. Век учись, дураком подохнешь. Папа любимый. Академия наук Ватикана призвала все страны мира защитить климат Земли во имя будущих поколений. Да. А как мы его будем защищать? Вот мы мухи, да, как в спортзал прилетели, как в старом анекдоте. Надышим, что ли? Что мы делать-то должны? Дело в том, как что климат защищать? Франциск энциклику соответствующую, так сказать, подписал. А это очень важный документ. То есть папа обратил внимание на климат. Есть там эта академия? Нет академии. Папа сказал, что с климатом что-то надо делать. И для католиков это на самом деле руководство к действию определенное. Понимаю, но как-то это, как с верой это стыкуется? Наверное, уж климатом как-то Бог больше заведует с точки зрения. Ну, папа церкви сказал, что мы в ответе за будущее поколение. Значит, как-то он считает, что на Бог надейся, а сам не плашай. Это тоже очень серьезные, конечно, вещи. Я с тобой абсолютно согласен. Но с верой это состыкуется. Состыковывается. И вот у нас, как сказать, чудо гуманизма. Черепаху тут на колеса подковали. Да, вот хорошая фотка, чудо гуманизма. Но я видел собаку уже такую. Да, крыса отъела ноги вот черепахи, а ей 90 с чем-то лет. Ей вот сделали колеса, она теперь ездит на колесах. Я помню, когда в 94 году у Саргресса офис мы купили, там взяли, и на Саргрессе жила собака, мы ее звали кенгуру, у нее не было передних лап, только задние. Uh-huh. И она прыгала на задних лапах, выпрыгивала и лаяла, стояла, лаяла, потом мордой бабах упадет, она их сгибала вот до локтей, вот так, ну вот эти задние лапы, и на них прыгал. Очень забавно это было. Ну, у нее даже щенки были, представляешь, такая. Она причем плодовитая постоянно, она щенков рожала. И я своим, у меня техотдел был, я говорю, ну сделайте какие-нибудь ей колеса. И представляешь, они сделали чертеж, сделали всю эту сбрую, уже собирались. И вдруг одному в голову пришло, он говорит, слушай, а как она тормозить будет? Ну, колеса-то мы ей сделаем, а там же у Саргресса кругом горки, говорит, она же в Волгу укатится на этих колесах. И вот отменили мы это решение. Но она же достаточно долго прожила без всяких колес. А вот черепаха здесь вот как-то они... Видишь, решили за счет ее медлительности, то есть она способна будет остановиться. Так, отвечаем на вопросы? Да.
если не уменьшить население Земли в 10 раз, то умрут все. Да население Земли само по себе уменьшается и само по себе увеличивается. То есть, на самом деле, вот когда ставят такую задачу конкретную, уменьшить население, потому что там нельзя прокормиться, я считаю, это такая человеконенавистническая задача. На самом деле, надо поставить другую задачу – прокормиться. Да нет, но мы же... Решить вопрос прокормиться вообще проблем вот. Нет, тем более, я не говорю там про какое-то качественное питание, да, там, я говорю про любое питание. Любое питание уже сейчас хватит, наверное, там и на 20, и на 30 миллиардов, любого питания. Значит, нужно сейчас ставить вопрос качественное питание, качественное медицинское обслуживание и так далее. То есть, а такого-то простого можно... сколько хочешь сейчас, так сказать, наделать. Извини, я перебил. Что ты хотел сказать? Ну, я по этому поводу. Я это, Экзюпери все вспоминаю, да, что люди думают, что они занимают на Земле ужасно много места, но все человечество можно свалить в кучу на самом маленьком островке в Тихом океане. И вы предложите взрослым... А взрослые вам, конечно, не поверят, но вы им предложите посчитать. Предлагаю, посчитайте. Умещаемся на самом маленьком Конечно. Островке в Тихом океане. Конечно. Это только наше видение, что мы такие. Да, мы бы умерли, если, грубо говоря, у нас не было современных технологий, мы там все бы на 90% умерли, я имею в виду пищи. Но мы же ее с собой приносим, мы сами и делаем, мы коров выращиваем. Их в таком количестве никогда не росло на Земле, коров, да? Ну, да. Там, коров, кроликов и курей. Вячеслав, в вашем правительстве будет кто-нибудь из нынешнего Кремля? Нет, конечно, либо меня там не будет. Потому что это невозможно. Сие невозможно. Вячеслав, вы раньше говорили, что Россия для русских. Сейчас вы говорите, что не только для русских, как Путин. Я и раньше говорил, что Россия для русских, и сейчас говорю Россия для русских. А для кого же Россия? Я говорю, что Россия не только для русских. Но вот то, что русские в России должны иметь как бы общие со всеми права, мы об этом говорим. У меня статья «Россия для нерусских» есть хорошая. Прочитайте, там все написано. Все, по новой этот вопрос обсуждать. Его сейчас загнали вообще через одно место лобзиком. Так вывернули, что вот в данном случае даже точка зрения ватников, она страшнее точки зрения русофобов. Сейчас она вывороченная совершенно. Прочитайте, они абсолютно не устарели их. Три, наверное, статьи, да, «Россия для нерусских», просто «Россия для нерусских», два и три. У меня на живом журнале она есть, если не найдете. Только в развитых странах качественное медицинское обслуживание рождается детей больше в странах третьего мира. Но это классика, так оно и будет в странах третьего мира. И будет рождаться больше детей. Чем там еще заниматься в странах третьего мира? Как вы считаете, шествие ночных волков — это политическая провокация? Ну, конечно, естественно. То есть их сейчас вон там уже в Литву не пускают. Мы сегодня специально не стали об этом говорить, потому что Эдик говорит, что вот что ты там про всяких ничтожеств. Ну, это тема, про это люди говорят. Люди всегда говорят про что-то ничтожное, про то, что не имеет значения. Иногда это определяющее. Я посмотрел на него сегодня, он гнал, ты же видел его этого, Золдостанова yeah. кричал. Он, вот говорил он буквально следующее, там, польскому корреспонденту. Те, кто, значит, провоцируют, те пожалеют. Ну, буквально, там много он раз это повторил, там вокруг, а его пытаются сказать, а чё, в чем суть претензии и что пожалеют, о чем, кто, что и как. А он не может это сказать. Я вижу, то ли он на каких-то совсем каких-то колесах, я не имею в виду мотоцикл. Ну, да? Естественно. То есть он просто вообще какой-то это самый, и агрессивный, но он мне никогда особо не нравился. Я вообще не люблю людей, которые
как сказать, мужиков, которые так следят за своей красотой, да? Ну, да. На самом деле, ну как-то это, ну пусть, ну он шоу-бизнес, да, надо как бы так выглядеть, ну он Кобзон в шапке ходит, ну, куда да. деваться, да, вот, ну там все эти медали железяки, но то, что у него, конечно, просто это, как ты говоришь, бред величия, да, или там чего-то. И вот сейчас прошла такая мысль, я даже в двух местах услышал, но зацепил краем уха, что вот вам еще один вариант преемника. Ну вот, до абсурда, если довести идею, то, наверное, да. Скорее всего, вот такой вариант. Да, приемника. Конечно, да. И будет у нас как «Идиократия». Помнишь фильм, где там этот рокер-негр? Да, там, да, 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 да. Вот такой он и будет, да, это самое. А что там? На полях не растет, это они там да, газировкой приливали, да, там как поливали. Не, абсолютно, я с тобой согласен. Тут, ну, когда вот спрашивают, говорят, почему про всяких ничтожеств и про всякие ничтожные события мы говорим, я сразу вспоминаю этого Оша, помнишь эту притчу? Помнишь? Ну, там был некий Муза Дайбу, который работал на базаре. И такой он приличный человек был. Но там постоянно питался всякой фигней, потому что ему много чего надо было продавать. Ну и однажды у него там какое-то было жуткое несварение газа, и он пукнул так, что аж все остановились, замерли. И потом опять разговаривать начали. И он свалил, ему стало стыдно, и он понял, что здесь он больше работать не может, ему надо уйти куда-то. И он 4 года скитался. И потом возвращается в свой город и думает, что все забыли, все нормально. И вдруг видит, дорога новая, все классно сделано. А вечер он встречает прохожих, говорит, здравствуйте, уважаемый, здравствуйте. А скажите, когда появилась эта дорога? Он говорит, эта дорога появилась через 3 года, 2 месяца и 7 дней после того, как Муза Дайбу пернул на базаре. Понимаешь? Вот это особенно, что от... совершенно ничтожные вещи, которые в памяти людей врезалось, они могут даже летоисчисление начать вести. Я ни на что не намекаю. Вот эти волки, это вот такой пердок Музы Дайбу на базаре, да, понимаешь? Да. Вот оно. И все люди от этого ведут летоисчисление. Ну, мы же сказали так, что они за поджопником едут туда, на да. границу. Но они его получили, этот поджопник. Ну, а чего хотели-то? Вячеслав, зачем нужно людям вылечивать нездоровых особей, которые, по идее, должны умирать и которые в итоге будут использовать лишние ресурсы? Вот один только аргумент, я не буду рассказывать про все аргументы, один аргумент, это светлый образ этого астрофизика, как его? Хаббла. Не, который в кресле ездит. А, Хокинга. Хокинга, да, да. Хокинг, вот, все, вот Хокинг потребляет ресурсы или что-то производит? Хокинг... имеет право, вот даже с фашистской точки зрения, с самой жуткой, крайней фашистской на жизнь. Имеет, конечно. Даже Гитлер бы повесил ему табличку, как он вешал ценный еврей, да, а этот ценный больной он бы повесил, да, ценный больной. Так о чем речь? Кто может знать, в чьем теле выстрелит искра Божья? И да, обратите внимание, не такой же обратите большой, да. внимание, вот тогда при горе Тяньшане, да, еще в советский период откопали-то этого неандертальского человека, представляешь, но он у них был каким-то шаманом у неандертальцев, то есть хотя у неандертальцев там как бы цивилизации вроде не было, а вот этот, он там какую-то культовую выполнял функцию. Почему определили, что он культовую функцию выполняет? А потому что он был инвалидом, он был искалечен, у него были переломаны ножки, ручки, все у него, он роста другого был, горбатенький, то есть он не мог ни сам питаться, ни сам охотиться, ничего не мог. Но его похоронили в отличной могиле, засыпанной розовыми лепестками, то есть с огромными почестями. Значит, он нужен был этим неандертальским людям. Для чего-то он им был нужен. Не только для того, чтобы ходить и охотиться. Поэтому... Чингисхан, говорят, был не очень-то да, здоровым человеком. Хромой Тимур, Тимур Ленг, Тамерлан, хромой. Ну, поэтому это вообще оставьте. Это вот такая фашистская точка зрения,
она даже не рациональна. Она даже иррациональна. Ну, может быть, только если насчет карликов подумать. Эдик шутит. Как это говорит, как ненавижу шовинизм и армяне, да? Да, 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 да. Какая наука будет приоритетной после нашего прихода? Медицина, конечно. Конечно, медицина, безусловно. Потому что сейчас все. Космос будет прорыв через медицину. В, так скажем, военной технике будет прорыв через медицину. Под воду будет прорыв через медицину. Все пойдет. Только медицина будет несколько другой. Ты имеешь в виду... Это и микробиология, и роботизация. Биотехнологии, и генетики. Именно, конечно. Это и генетика, и технологии, так сказать, электронного мира, которые будут связаны с медициной. Все, что мы видим в фантастических фильмах, связанных с телом человека, и даже более. То есть мы увидим еще, мы об этом говорили. Пересмотрите старый фильм «Джонни Мнемоник». Вот да, там, да, там вот классика. Мы еще увидим, что инвалиды, про которых вы здесь сказали, они будут более адаптированы к самым тяжелым условиям, чем мы с вами. То есть те люди, которые, ну, сейчас уже тот, у кого нет ног, он может выиграть совершенно свободно на Олимпиаде у здоровых людей, потому что на таких ногах он может бежать быстрее. У кого нет рук, он может получить манипуляторы, которые будут действовать гораздо лучше обычной руки и так далее. То есть вот улучшенный человек, это, конечно, будущее. И здесь нужно... идти и перед эти планеты все, или по крайней мере не опаздывать. Вячеслав, интернет набирает популярность, новый фильм «Слава президент», где рассказывается о великом Путине. Можете посмотреть, а то у меня нервы слабые, еще монитор слова. Нет, да я тоже смотреть не буду. Вы что, у меня как-то это. Да что нам сейчас самые яркие отрывки там гоняли? Я посмотрю, ну скукота, ну что? Ну что, я самый великий волшебник, но я видел это в детстве в фильме. Ну да, 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 да. Гудвина, конечно. Слава, эвтаназию разрешите. Вы задаете очень сложные вопросы. Вообще, это, как, извиняюсь за выражение, личное дело каждого спортсмена. Мы не вправе кого-то останавливать, если есть медицинские показания. Как мы можем кого-то остановить? Я другой, конечно, путь предлагаю. Я предлагаю путь создания хосписов нормальных на территории Российской Федерации. Здесь нет вообще хосписов. Я предлагаю путь вот этой хосписной медицины. Так они же хосписной медицины. Рассадник наркомании их назвали, хосписы. Кто? Ну вот мы недавно, это какая-то из Думы хотела запретить хосписы. Мы же говорили об этом. А, ну черт, ну а там рассадник идиотизма, что ты скажешь. Да. Так, все, время. Спасибо. А вот тут меня просили еще что-то про Киев тут сказать. А то я, у меня слетел. Вот Слава Хелп, сообщите, что два работяги оказались на улице Киева. Их кинули на стройки. Обращаться Влад Симоходский, ищет жилье и работу, и что-то там. Ну, если мы чем-то можем помочь, то мы сказали. Так что. Вячеслав, где обещание пособий для ватников про 15 лет подвигов моли? Ну, а мы-то вроде как не обещали, мы наоборот предлагали всем, кто может это сделать. Вообще, было бы неплохо, чтобы это был коллективный труд. Начать его где-то и туда, сбросить свои, так сказать, воспоминания. Причем, было бы неплохо, если бы люди сбрасывали свои реальные воспоминания. Что вот мы там присутствовали, там, такие-то, такие-то. И видели то-то, то-то, слышали то-то, то-то. Там, были свидетелями тому-то, тому. Спасибо. Спасибо.